Ты посмотрела на ухо или на что-то другое? Так не годится. Вот. Эх. У меня сегодня прическа льва. Я бы так сказал. У нас сейчас будет островной разбор. Дядь, как думаешь, кого бы сегодня разбирать? Надеюсь, не нас. Эдмара Машова. Или Безуса. В общем, кто там больше всего плохо себя вел, тот сегодня пойдет под раздачу. Так что... А мы обязательно выскажемся, да, Дань? Попомнишь. Обязательно. Но. Сейчас кого-то будут разносить. Ага. Островной разборчик. Уважаемые эксперты. Ой. Ага. Здрасте, здрасте. Дайте в историю. Конечно, ко мне попадите. Ну-ка, Антош, расскажи что-нибудь. Что ты знаешь обо мне? Я знаю очень много тайной информации. У меня есть ее фотография до пластики, то, что ищут все. О, это неправда! Антон, разве слухи, что это не мой снимок? Какой? Который гуляет по всему интернету. Я не знаю, что там гуляет. В общем, у нас в журнале все настоящие снимки, Таня Строгова. Я все слухи. Это не мой... блин. Это не мой снимок. Непонятная какая-то страшная девочка на велике. Это не я, друзья. Друзья, как вы думаете, кто к нам вернулся на проект? Ну, да. Яна Шевцова! Я скоро вообще сердца покорю всего мира. Полстраны меня хочет, подожди. Полстраны меня хочет, сердца всего мира будут покорены мной. Ты опять вернулась? Я вернулась, Наташ, на несколько лет, чтоб ты понимала. Ну, Ян, тебя Захар любит же, правильно? Не, ну Захар как бы он сам тебя вроде позвал, да? Да, Захар, да. Ну, подожди, я планирую 2 месяца Захар. Да. Остальные месяцы Ромашов, потому что в БДСМ не подходит только Ромашов. Все, все, все услышали, поняли, все, ждем новостей. Что ты делаешь, Коля? А я тебя снимаю. Меня снимает. Тебя снимаю теперь, все.